Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Так, ну что, в первую очередь заберем, как всегда, наши любимые 50 кредитов. 50 кредитов уже стали у нас любимыми. Они вообще-то всегда и были ими. Так, дальше у нас у меня какое-то задание тут выполнено. Что-то еще там есть. Так, давай посмотрим, что за задание. Я еще даже ничего не разыграл, уже получил что-то. Кстати, друзья мои, у нас появился новый режим в игре, но я тебе скажу, что это режим очень лютый. Это челлендж. Челлендж. Если ты не знаешь, в чем он заключается, я тебе сейчас попробую продемонстрировать. Ну, если бы игра еще, конечно, не зависала, как ты видишь сейчас, в данный момент. Ага, отзависалась. Короче, смотри. Полигон в процессе. Магазин медалей. Завоевание. Суть в чем? Мы должны драться, сражаться. Будем получать медали. В магазине эти медали можно, ребята, обменять. Ух, ё-моё, эксклюзивная карта. А, это зеленый гоблин. Это просто такой скин у него. Тут очень много всякого, ребята, дается. Но... Я попытался, меня там, конечно, отдубасили по первое число. Сразу же, блин. Поэтому давай, наверное, мы с тобой просто пока... Кстати, тут у нас что-то... Какие-то новости? Что за новости? Так, приветствуем в завоевании. Так, приходите отпраздновать, получить все. Потратьте билеты, чтобы начать завоевание. 3 билета золота. Три билета золота. Ну давай попробуем. Я подтвердить свою колоду. Ну допустим. Тут играешь с реальными противниками. И я тебе скажу, что тут противнички, мама не горюй, такие колоды. Я не знаю, может быть, мне просто не повезло. Вот здесь вот у нас идет шкала. Я тоже не пойму, что это значит. В общем, давай смотреть. Так, карта здесь получает, понятно, минус 2 к силе. Отступить в раунде. Ну, это все как и раньше было у нас. Так, ну и что, я не вижу. Все карты здесь получают плюс 2 после 5 хода. Давай поставим морду. А он ставит... Я уже забыл, как это называется. Ну, короче, поставил его. Ладно, фиг с ним. Если вы заигрываете здесь карту, ее сила удваивается. Давай так вот сделаем. Так, он сразу там двух каких-то взял. Скорпиона. И... Кравлера. Так, мы тогда поставим... Мы поставим с тобой Вонга. Вот сюда. Так, он Кравлера сместил, берет Корга. Ну что? Ставим сюда. Надеюсь, у него нету пса. Кот Гоблина он мне перекидывает сюда. Плохо, ребят, конечно, это. Мы же можем сейчас что сделать? Мы можем... Мы можем Кравлера уничтожить, по идее, да?
сделать так и сделать вот так. Я надеюсь, он Кравлера не будет убирать. И по итогу ты проиграл, парень. Просто проиграл, ребят. Как-то нелепо. Капитулировать как готовность к бою. Ну давай. То есть, насколько я понимаю, мы сейчас опять с ним же будем драться. Ну сейчас у меня вообще, ребят, трындец полный. Что у меня тут? 3, 6 и 5. После 4 хода уничтожает здесь все карты проигрывающего игрока. Я вот сюда поставлю. Хала. Он ничего не стал ставить. Мунгерл. В принципе, друзья, в принципе, Мунгерл здесь будет хороша. Надо посмотреть, что здесь за локация. После 4 хода обменяет ваши карты здесь в карту Симбион. Давай так сделаем. Да он запарил меня со своими скорпионами, если честно. Он запарил. Так, я его уничтожить не смогу, да, ведь? Нет, не смогу. Кто здесь имеет больше карт? Может быть, конечно, зря. Вот что он творит. Так, ну что, друзья мои, он там хочет уничтожить мне, я так понимаю, карты все, да? Ладно, пускай уничтожает. Мне не жалко. Так, Анжела. Все, рухнули мои карты там. Поехали. Ход гоблина он мне сбрасывает опять же, да? Так, погнали. Сюда. Сюда. А что если я вот так вот сделаю? Я никого не смог. Ну, ребят, он проигрывает здесь однозначно. 12 и 14 против 17. То есть, опять же, без шансов. Ладно, Бекхэм. И самое удивительное, что ты примерно понимаешь, какие у противника карты. Пять к силе, если у вас здесь только одна карта. У меня только второй ход есть, это и то армор будет. Армор мы сюда ставить, я думаю, нет смысла. Он бросает мне три карты на Корга. Ну и что там у тебя? У разыгранных здесь карт 25% есть шанс быть уничтоженным. Поставлю сюда. Этот же сколько стоит? Один? Один, да, мы его уничтожим на следующем ходу. В принципе, ребят. Уничтожаются карты проигрывающей стороны.
Давай сделаю вот так вот. Я уничтожу, по крайней мере, Корга. Шторм. Ну ладно, шторм так шторм. Ты там осмелел, что ли, смотрю, парень, да? Я тебе сейчас здесь все наврежу. Я ему просто затопление, ребята, перебью сейчас. Вот таким вот образом. Ставим сюда, и потом будет у нас белая тигрица, по идее. Он не знает уже, куда этого худ-гоблина засунуть. Просто не знает, ребят, куда его засунуть. Так, если я Думу поставлю... Давай Думу поставим, фиг ли делать. 5,5, это будет 10, тут будет 13, а тут будет всего лишь 2. То есть на этой... Вот на этой локации мы проигрываем 100%. Вот на этой... Сейчас глянем, что он там... А почему 4, а не 5? Не понял я. Неожиданно, друзья мои, неожиданно. Хотя нет, все отлично. А мы опять выигрываем. А он проиграл окончательно. Разбилось у него лицо. Просто разбилось. В трещину, видишь, карта пошла. То есть... Вы побеждены. У Рэя появляется корона. И он победитель полигона. Один билетик серебро. И что я могу? Один билет золота можно получить. Плата за вход серебро. Один билет бесконечность. Так, давай заберем, наверное, наши награды. Награды, награды мне, пожалуйста. Будьте добры. Мои сладенькие, вкусненькие награды. Ну вы серьезно, вы даже меня не пропустили, блин, в третий дивизион. Ну как так-то, ну, ребятушки, ну. Давай. Как-нибудь там. Чуть-чуть до ранга не хватает, чуть-чуть. Ребят, 580, давай-ка мы, наверное, что-нибудь сейчас с тобой... прокачаем, улучшим. И я думаю, что это, наверное, будет у нас... Что это у нас будет? Будет вот такая вот белая тигрица, ребят. Бесконечная. Красавица ты моя бесконечная. Так, так, и опа. Замечательно, ребята. Берем здесь 50 кредитов, берем здесь 10 бустеров. На кого? На серебряного серфера. И в хранилище у нас карта. Карта. Мерзость, твою налево. Ну нафига мне мерзость-то, ребят. Ну мерзость-то, ну нафига она мне нужна. Ну серьезно, мерзость, блин. Так. Мерзость хочет прокачаться, видимо, да? Мерзость это, ребят, такая вот карта. 5-9, по-моему, она стоит, если... А, вот. Так, так его изобразили здесь. Мерзость эту. Мне кажется, старая картинка была куда-то более, так скажем, приятней. Ну да ладно, я чё? Я чё, я ничего, ребят. Трехмерочку зарабатываем. Это еще плюс 2 балла. И нам не хватает сколько? Один балл, да, получается? Один балл до 50 кредитов. Поехали.
Поехали, друзья мои. Будем сейчас. Слушай, в этой колоде у меня два Вонга, по-моему, да? Два Вонга, но один Дум. Надо было брать два Дума. Ну, я имею в виду делать Дума второго и брать его в колоду. Хотя, как бы тебе это по-правильному сказать, наверное, это было бы не очень правильно. Так, у Розенга здесь карт, понял я. Есть шанс быть уничтоженным. А если я, например, ставлю армор, броню, он тоже уничтожится или нет? Вопрос на засыпку. Так, это, ребята, колода на перемещениях. Это колода на перемещениях. Что делаем? В новую локацию превращается. Давай также рискнем. Возможно, зря я так сделал, конечно. Карнейдж. Так, добавляю двух рапторов. Твою налево, нафиг мне эти рапторы-то здесь нужны, а? Ну, он тоже сюда никого не поставит. А если даже поставить, ребята... Только единственное, что он может мощную карту поставить, в отличие от меня. Но я-то могу... Че, я ничего не могу, ребят. Так, Кравлера уничтожаем, да? Что, в какую локацию там превращаешься? Покажи мне, пожалуйста, в какую локацию ты превращаешься. Добавлять сюда по случайной карте после третьего хода. По случайной карте после третьего хода. Сделаем вот так вот и... Вот так вот. Слушай, что-то, ребята, мне вот это вот все знакомо. Вот эти вот карты. Тебе не кажется это знакомым? При раскрытии. А этот постоянный эффект уничтожает, да? Постоянные эффекты. Блин, что делать-то? Давай так вот поставим. Черт с ним, пускай будет. Рискну. Так скажем. Прокачивает. А фиг ли там интересник? Тут интересник уже и все. На одной локации я проигрываю. То есть, что он делает? Я проиграл, ребят, здесь. Проиграл, потому что у него что, не было ни трех, ни четырех, что ли? Это два. Ну да, у него не было трех и четырех. Если бы вот это вот дерби вышло бы, раньше бы... Да дай посмотреть-то. Если бы она вышла бы раньше бы, да, он бы ее притянул. А так, что-то я тупанул. Ребят, ну, сам виноват здесь. На одной локации-то выигрывали, да, а вот на остальных, к сожалению, нет. Причем карты-то... У него карты-то фуфло было, на самом деле. Просто фуфло. Опять же этот скорпион, опять же этот ледяной человечек. Все. Ладно. Вот я сейчас говорю, вот броню стоит убрать, ребята, сразу пойдут эти, на сбросах колоды. Так, после все карты здесь превращаются в карту Халк. Можно даже не волноваться, да? Можно будет просто уничтожить ему. Вот так вот, да, делаешь? 1, 2, 3, 4.
Если я сейчас этого поставлю, это будет жить. Не надо. Мы его не сможем уничтожить. Пускай он там что хочет делать, мы с тобой Шан-Чи потом туда запустим, и все будет у нас окей. Давай так сделаем. Это все? Это все? Всех удешевляет до 4, да? Да нафиг мне два носорога-то твою налево, ну... Не понимаю, зачем, блин, два носорога-то? У меня что, в колоде два носорога, что ли, находится? Я не пойму. Или это мне выпало? Эть... Монгерл не получилось, ребята. Фокус не прокатил. Ну и все. Выиграли мы. Друзья мои, я что-то не понял. Неужели Дума пофиксили? У него было 5-5 раньше. Почему 4-4 сейчас? Пофиксили, по-моему, пацана. Тебе так не кажется? Или я что-то путаю? Нифига я не путаю. Было 5-5, я как сейчас помню, блин. Он делал дубликаты 5-5, а тут почему-то 4-4. Даже как-то, блин. Видно, заныли, как всегда, эти. Ой, пофиксите, Дума. Он такой имбовый персонаж. 100% тебе говорю, такое-то нытье было. Я вот, знаешь, что думаю? Может быть, от магнета первый так получает плюс 3 к силе и перемещается. Хо-хо-хо-хо! Нормально ты, парень. У тети Мэй. Мне даже поставить нечего, друзья мои. А это кто? При раскрытии последняя карта перемещается сюда. Последняя разыгранная вами карта перемещается сюда. Угу. Так, он елозит. Мне знаешь, кто нужен? Мне нужен Шан-Чи. Это что такое сейчас? Что это? Зашибись! Что это сейчас было, блин? Это... Вытяните три карты после... друзья мои. Слушай, я могу ему этот постоянный эффект чертовой бабушки уничтожить или нет? Вот этот вот. Давай проверим. Мне не нравится этот постоянный эффект. Ну-ка проверим. Все, друзья мои, труба дела. Труба дела.
Шан-Чи просто взяли мне и выкинули, друзья мои. Просто выкинули его на помойку, понимаешь? Меня оставили без всего, блин. Это что, так специально было сделано, придумано, блин? Мне по-другому, ребят, слов нету. Я бы тут как минимум бы ему вот... Ну вот этого бы точно рубанул бы, ребят. Рубанул бы его, ты понимаешь? А сейчас что я сделаю? Ничего. Ну это знаешь, что я тебе скажу? Это называется... Вот это вот поле боя, скажем так. Оно сыграло против меня. Потому что оно сыграло на него, но против меня. Почему? Ну, потому что, извини меня, меня забрали всех. Мне дали какую-то фуфлу, блин. А остальное все на сброс пошло. А у него шикарные карты на перемещение. Оставили все. И причем дорожка, вот эти вот карты были, все для перемещения. Вот опять, ну какого хрена ты вот мне даешь 5-4-5, а? Ну какого хрена ты мне вот это даешь, блин? Хлипкий мост. Что там хлип? После, если осталось более одной карты, они уничтожаются. Трэш. Ну и что я тут должен сделать? Так, если вы разыграете здесь карту, добавляет ее копию на другую локацию. Нормально? Уничтожили, блин. Молодчага, красавчик. Ну что, чикаем его, да? Чикаем мы с тобой этого дьявольского динозавра. Я сомневаюсь, что ему что-то там поможет. Давай сюда. Ну куда ты, блин, выбрасываешь-то? Все, последний ход был. Мы выиграли, да, ребят? Мы выиграли. Но он тоже имел белую тигрицу. Понимаешь? Он ее тоже, ребята, прихапал. Хапуга несчастный. Что-то мы с тобой тут сегодня елозим-елозим с места на место, как говорится. И ничего у нас не получается. Давай-ка попробуем сыграть вот этой колодой. Посмотрим, как пойдут дела против Чарли. У нас Чарли, друзья мои. Опять 25. 3, 5, 4. Угу. Этот у нас работает как? Если мы с тобой перемещаем карту, да? Он стоит 0. Если карта переместилась на прошлом ходу, то она стоит 0. А, единичку стоит. Какой динозавр? Чё-то, ребят, тут, по-моему, не та колода какая-то у нас идет. Ну почему, блин? Чё он там взял? Некью. Вижу, наберем, да? Здесь нельзя разыгрывать карту, которая стоит... Который стоит один. Давай вижну возьмем.
Так, сюда. И сюда. Так, посмотрим. Снэп. Так, он что-то сюда, ребята, хочет поставить. Сделаем вот так вот. И сделаем вот так. И сделаем вот так. Зачем вот эту я поставил сюда, дуру? Зачем этого сюда поставил? Он же не будет работать при собаке-то. Рэй, блин. Нафига ты так тупишь-то, блин? Это последний ход? Это последний ход. Да что ты? Проиграл я, по-моему, друзья. О, мастер негатив. Проиграл, да, друзья, проиграл. Это же надо было тупануть, поставить вот этого Шан-Чи сюда. На собаку, на эту плешивую, на плешивого, на этого космоса. Сколько раз, блядь, говорил уже себе. Смотри, Рэй, внимательно, блядь, за картами. Смотри, поставил, а потом а чё вот так вот как сопляжуй, блин, сыграл. Просто как сопляжуй, ребят. Ай, тупанул, а. Самое удивительное, что мне не выпала ни одна карта, как сказать, ни плащ, ни стрэндж, ни кулак этот стальной. Я не мог карты перемещать. Всякая трихомудия выпала. Но только не то, что нужно. Какой нафиг динозавр? Дьявольский динозавр. Какого фига он вообще здесь в этой колоде делает? Я что-то никак не могу понять. Друзья. Нафига ты его туда влепил, блин, да... Превращается в карту Халк. Так вот сделаем. Давай так сделаем. Тю-т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 ю.
Последний ход, да? Кого же ты хочешь обмануть, пацаненок? Скажи-ка мне на милость. Тут он отступил. Правильно, как жареным запах, сразу же в кустики побежал, блин. Давай сюда мне. Давай награды, говорю мне. Ты что, не понял, что ли? Что, не понял, что ли? Сказал, награды давай сюда. Ну что, опять зависло, блин. Ну что, друзья мои, ну вот как вот играть можно, блин? Напоминает мне сразу мир юрского периода. Мы играем, также зависает после рекламы, и фиг ты в нее зайдешь, блин. Ладно. Поиграли маленько, как говорится, и будет. Всем удачи и до новых скорых видосиков.